17 раз мы собираемся, это свидетельство того, что форум удался, форум необходим, и это наша с вами встреча, а встреча такая, что это и руководители здравоохранения, это и научные работники, это и практические врачи, и это наши пациенты или представители пациентов, больных сахарным диабетом. Вот вместе все собираются здесь и находят общий язык, потому что если бы этого не было, то я думаю, столько бы лет форум не просуществовал.